Хейоги, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. Снимает, да, все идет, запись идет. А я заметил на заднем фоне там типа полумесяц, типа затмение, либо типа того. И что давай. Точно. А, мне интересно, вот, у нас, типа, есть проход вниз. Да, по низу. Ой. Есть проход справа. Есть проходик справа, а есть проход, где мы убили госта. Ну, ладно, мы его не убили, мы его просто победили. А если я буду в подкате? Будет ли он быстрее передвигаться или так же? Люстры. Так, у нас, короче, 8-битная еще монетка с вами есть. Если вы не забыли. А это значит, мы можем довольно хорошую оружечку с вами приобрести. О, привет. Эй! Ты что, человек? А? А что, не похоже? Я не уверен. Твое тело в каких-то странных вставках. Да, но это такая парижская мода. О, парижская. Ничего себе. А я вот в Испании не бывал. Меня зовут Бенджамин. А я Мэриан. Бенджамин, тебя тут не место. Я знаю, но мне так страшно, что я даже встать не могу. Черт, как домой хочется. Интересно, у него есть что-то, что поможет ему вернуться домой? Давайте отдадим, типа, войну. Да. Это поможет мне сбежать? Да. Представь свой дом и думай только о нем. Ладно, ладно, попробую. Кажется, сработало. Изи косари. Короче, что я так подумал? Будем, наверное, смотреть насчет секретных этих стен. И я смотрю, что типа анимация, смотрите, когда мы касаемся пола при прыжке, анимация сбрасывается, да? Вот, видите, типа я ударил, да, по звуку? Сейчас. Сейчас, сейчас. И то есть мы так можем ускорить свою скорость атаки с одной стороны. Так, еще тут. А, здесь нам рука нужна. У-у-у, тихо, тихо, тихо. Новый уровень. А нужно будет еще сходить к нашему челику и сказать ему, чтобы он... О, пути... еще один камешек, окей. Что-то нам дал эти... Короче, посоздавал нам хавчиком. А чё по низу? О, мешочек. Алкогест. Мана у нас пополняется, поэтому не страшно. Стены меч Альферберт. А, мечи и все такое, будем стены все проверять, потому что я не нашел в инете, как я вам, помните, говорил, типа, так, 11 часов, отражающий физический атака, так, на даче, ханабабри, зангетсу тум. Вперед, вперед. Ну, это реп... Нет, снаряжение Моргенштерна. Побольше урона, ну... Длинный меч, так, любимый викингами. Давайте я ногач сейчас возьму и хочу проверить. А, это типа блока. А, это я знаю херню. Короче, мы парируем, как тот, помните, мужик, который в блоке стоял. Почти то же самое. Ну, я не знаю, типа на единицу больше урона. А показано, что на одну. Почему? Я вот этого не мог понять. Но здесь у нас только режущий удар, а здесь у нас режущий и
Это называется... Как, блин, как он называется, этот урон? Наживной? Взрывной? Ладно, не суть. Так я могу сразу переключаться, в принципе. Два защиты и раз. Уши. Что значит раз? Я не могу понять, какой раз. Ладно. Лепесточек, тихо. Полетел отсюда. Блин, я хочу как бы и вернуться туда назад и спрыгнуть. Ладно, ему нужно, в принципе. Желтый кристалл. А, пассивный осколок. Эффект автоматически активируется при выборе. А, мастерство меча повышает урон от дубин и одноручных мечей. Считается ли наша булава как дубина? Дубиночка. Не топыря, но это призыв летучей мыши. Головоцепь — это сам почти пока что лучшее, что я знаю, потому что это по урону. Бросок кости, ну такое. Не хочу. Мы уже видели эту херь. Мне интересно вот этот меч. Типа, насколько он увеличит мне урон? На двоечку. Сталь. Хорошо. Стой. Собор Диана Кехта. Ой, там какой-то муж... Там враги новые какие-то появились. Давайте теперь мы, наверное, с вами спустимся вниз. Там, вернемся. Немножечко пробежимся. Я хочу... вернуться. Для чего? Для того, чтобы... Все-таки давайте мы туда спустимся. А, сверху у нас камень, да, стоит? Мешающий, который... Здесь у нас кто-то есть? Не, здесь у нас была битва. Вниз я сейчас пойду. Бля, какой... Так, страшная шляпка. Да. Их мы уже, в принципе, с вами наиграли 2 часа. Ах, это зараза. Промах. Как я знаю, вот этого рыцаря... Есть довольно имбовый кристалл. А кристалл использует его меч. Колесо смерти создает защитные барьеры, вращая копье. Длинное копье, копье Асаль. Хорошо. Что здесь у нас? Быстрый телепорт. Блин, есть что-то? Давайте, наверное, телепортнемся сюда. Так, как там приближать? Ну, по идее, это... Там, где, типа, вот эти точки, это аж у нас эти, да? NPC-шки. Давайте, у нас как раз... Мы сейчас выполнили, что там этот... Миську. Я буду надеяться, что это хотя бы то место. Да, это то место. Это то место. Сейчас он нас поблагодарит, или это уже была благодарность, когда нам дали монетки? Есть цели для меня? Тогда вот мы там сели за мужа. Хорошая работа. Вот ваша награда. 3 штуки дала Даша. Приноси.
Узнал что-нибудь новое? Ни хрена себе! Так, Розали будет отомщена. Аннетта будет отомщена. Лиза, Саймон, Портер, Дэн, Эдвард, Шон. Мой муж. Это то, что мы уже выполнили, да? За кузину. Так, подожди. За младшую сестру, за кузину, за соседку, доктора, пастуха, колесника, кузнеца, купца, кольцо, карманника, убить ассасинов, щитовиков, оборотней, демонов, барбосов, барбатосов, цапнок, дуло-молот. А могу я несколько взять? Помогите моей сестренке Розали успокоиться с миром. Убейте гадских убийц. Ай, я могу... Помоги моей... Так я могу сразу выполнять несколько, да? О, это вообще замечательно. Не, вот это на самом деле очень хорошо, то, что я могу, типа, сразу несколько взять. Чтобы потом сюда вернуться просто, да, и все это дело сдать. Ну, это такое, знаете, второстепенное, ну, может быть, в дальнейшем пригодится. Мужичок, вот он отправился, или он отправился именно домой-домой? Старшенция какая-то. Я лучше сложу лапки кверху и умру, чем проведу еще хоть один день в этом аду. Не говорите так. О, не обращай внимания, юная леди, как вас зовут? Я Сьюзи. Мириам. Я чем-нибудь могу вам помочь? Ну, я люблю хорошо поесть, но не помню названия ни одного блюда, которое мне по вкусу. Ну, вместе мы разберемся, обещаю. Хочется маленькая закуска. Принесите Сьюзи маленькую закуску. Она так говорит, это идеальный вариант, или вы слегка так проголодались. Шипастый хлыст. То есть, видите, тут тоже идет типа награда. Тогда я, пожалуй, пообеду тут и подожду. Здравствуйте, мисс, выглядите прекрасно, как всегда. Просто, короче, она просто девчонка, которая хвалит и все. Я нашла повозку, которая может привести меня через мост. Во дворе, но по пути скрывает каминная статуя. Какое совпадение? А Зонгаса как раз пришло сообщение. В храме цветового склепа ищет демон. Так, ищет демона, что держит каменную статую. Может быть, тебе нужен как раз осколок этого демона? А Зангетсу, что силен как титан? Как он смог пересечь мост? Он тут внизу сделал рисунок. Какой-то здоровяк перепрыгивает огромную пропасть. Да ладно. Вещи ничего не нужно. Так, давайте что тебе вообще купить? Я считаю, что лучше купить зелий. Потому что хил мне бы не помешал на самом деле. Давайте на косарь купим. А, давайте. 6 хилов. Да. Это правильно. Так, хорошо, дальше. Продать. Продавать я могу любое. Спасибо, если понадобится, я буду здесь. Так, ей нужно, короче, суши приготовить. Не, сейчас сбегаем. Долгий день. Так, в чем? Так, разобрать, усилить осколки. Как понимать усиль? Ага, все, вижу. Просто кости. Голова цепей, мне кажется, лучше улучшить. Ну, типа... Почему потом... Давайте, подожди, сначала с едой. Подожди, создать. Я зелье могу создавать. Ты ж ёмы. Кольцо безопасности, но это которая атака, да? Так, повышает урон от двуручного меча. Палаш.
Подожди, а меч у той девчонки, да, можно купить? Подожди, а у тебя можно создать меч? Да, можно создавать, который типа используется за монетку вот эту. Тайную. Приготовить. Давай смотри, что по хавчику. Тело, тело, тело. Все равно одна еда, она увеличивает характеристики. Ну, увеличит ли она характеристики навсегда или как? Мне нужно, получается, галит и рис. Так, да, я понял. Да, и насчет замка. А может, это и не поможет, но я расскажу, что знаю. Замок призван сюда прямо... Так, сюда прямо из ада сам... всеми демонами. Но теперь он на том самом месте, где когда-нибудь был гильдия алхимиков. Так что, среди прочего, в нем ты найдешь следы нашей работы. Вот теперь, когда ты об этом и заговорил, я припоминаю, что видела работы по магии Востока. Да, еще один из нас учится создавать гигантских организмов. Просто помни, что наши материалы и знания тоже могут быть полезны. Они могут спасти тебя, пока ты исследуешь замок. Ладно, спасибо. Окей, что мы тогда делаем? Давайте сходим, сохранимся. Сохранить прогресс, да. А, теперь я хочу сходить на самый верх, там где наш телепорт. Но немножечко выше. Почему? А, там у нас есть... Вот здесь... Ну, типа, ладно, это ниже. Вот-вот, мужик. И я рад, что на моих полях больше нет чудовищ. Но они в ужасном состоянии. Придется все пересадить. А что вы хотите распространить? Еще не решил. А где мои планеры? Я Гарри. Мирен. Скажи, Мирен, нет ли у тебя что-нибудь, что я могу посадить? Если у тебя что-то вырастет, я поделюсь урожаем, а тебе так. И палец, а палец ударить не придется. Ладно, попробуй что-нибудь найти. Хорошо, я буду ждать в полях. Так, мне как раз нужен рис. Ты сможешь посадить вот это? Конечно. Начну сейчас же. И сколько мне нужно времени это ждать? Ну, я вижу, вон он, типа, уже посадил. Она растет? Давайте, знаете, что мы попробуем сделать? Пропало только. Ладно, не суть. Сейчас придем сюда. Я телепортнусь раз. Потом мы вернемся. Я посмотрю, как чё. Куплю, пойду за монетку меч. И я вижу там еще, подождите, одного. Так, на Т-шку, да? Кроме вот этого мужика, там еще дальше кто-то есть. Потому что там еще одна точечка. Где музыка? Мне на самом деле не очень комфортно без музыки. Сейчас посмотрим. Нет, долго растет. Значит, опа. Какая бойня. Нам просто вы... Так, нас просто вырезали. Но ты другая, ты сильная. Я видела, как ты дерешься. Просто повезло. Еще и скромная. Меня зовут Амбейгл. А тебя? Абигейл. Абигейл. Мирен. Мирен, могу я попросить тебя об одолжении? Я хочу похоронить мертвых. По-человечески, да, конечно. Некоторые похоронены, увы, уже не получится. Но хотела бы похоронить хоть кого-нибудь. Так, вещицу каждой из такого владельца, как ты. Как такая валькирия, как ты, точно сумеет их найти. Увы, я тебя рассчитываю. Без награды ты не останешься. С удовольствием помогу. Спасибо. Позволь тебе показать. Туника. Катарина, мы помним. Оу, щит. Спасибо. А у меня как раз она есть. Как ты, Мирен? Держись пока. Опа. Черт, а что это значит? Нет.
Подожди, отдай ту нику. Ладно. А в чем я хожу? Подожди. Я сейчас то отдам ту нику, а в чем я хожу? Защита 2. Ладно, будем... Ладно, отдаю ту нику, да. Вот то, что ты просила. То, что нужно. Еще один житель деревни обретет покой. Вот твоя награда. Рис! Как раз он мне нужен был. Я ищу вот такую вещицу. Хорошо, постараюсь ее найти. Ха. Окей. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. То, что нужно, еще один житель деревни, вот твоя награда. У меня два таких кольца уже. Абригандина. Стоп, а вот это, мне кажется, есть. А, не, нема. Давайте посмотрим, она типа могилки создаст сейчас. Да, могилки вот стоят уже. Да, по рису, конечно, у нас видно, времени нужно много. Так, теперь мы отправляемся сюда. А, закупим... За 8-битную монетку. Да, я могу, в принципе, создать, но... Ну-ну-ну-ну-ну. Ух ты, они дорогие. Ну, потом. Я хочу купить. Пипец, монетка 8-битная стоит. Вот 32 бита, это пиздец. Она дорогая. Так, давайте смотреть. Стоп, я не понял. А где за монетки? У тебя ж это было. Чуть не врубаюсь. Что за хрень? Спасибо, если тебе еще что. Я не пойму. А у кого я тогда смотрел эти вещи за монетки? Пойди у нее, нет? Неужели у тебя? А, вот они. Все. Хлыст. Блин, нужно будет что-то из этого такое создать. За 8-битную монетку. А почему только за 8-битную? Так, меч, сапоги, щит. О, смертоносный 26. Мясоруб. Можно мясоруб взять? Кровавый меч смерти. Либо топор. Но здесь больше эффектов. Там больше урона. Создано орком полковод. Ну, я думаю, может быть, я еще где-то 8-битную монетку найду, поэтому... Скай... Блин, ну там огонь. Давайте этот. I'll go with this. Да, создать. There. All done. Так, а теперь мы должны создать хавчик. Так, назад. Приготовить. Так, нам нужно две порции. Поэтому назад, назад. Альфред. Так, Альфред был твоим учителем, так? Бывшим, а что? Не знаю, просто подумал, может быть, ты можешь рассказать о нем что-нибудь, чего я не знаю? Понимаю. Насколько я помню, он пытался научить резко замедлять объекты. Он был гением, если честно. Но мое уважение
Он потерял. Почему? Потому что он до последнего был против твоей жертвы, но в последнем... Так, момент Рус либо поменял мнение. Ясно. Спасибо. Галинец, да? Галинец или как-то так называется. Я понимаю тебя, но разговор окончен. Мне нужно идти. Разговор не окончен. Я... Ну вот, ушел. Извини за эту сцену. Ей в самом деле ему не нравилось, да? Просто он упрям. Я могу чем-то помочь? Да, можешь. Давай, мне, короче, что нужно? Мне нужны ингредиенты. Ингредиенты. В смысле? Соль. Так, давайте... Да. Спасибо, заходи в любое время. Хорошо. Так, теперь мы с вами создаем суши. Суши 2. Суси. Суси. А подожди, это даже не суши, это просто рис. Так, назад стоять. Приготовить. Две порции. Да. Так, отлично. Йоханнес, как ты нашел способ остановить... Так, рост кристалла. Не хочется это признавать, но... Я тут, мне помогли исследования Альфреда. Он изучал способ замедления предметов. А у меня получилось, когда я использовал ту же кольцевую структуру, но с енохинскими письменными нами. Кажется, понимаю, вроде бы... Точно? Понимаю, что ты куда умнее меня. Зато, похоже, плохой учитель. Так, хорошо, у нас, в принципе, есть суши. А они мне уже увеличили, Макс? Или нет? У меня было 300... Давайте, подождите. Я... Инвентарь. Как мне заюзать? Поглощено. Вот. Теперь у меня точно ХП увеличилось, все. Это навсегда, да, стата? Увеличится. Ты принесла? Да. Да, это оно! Как ты узнала? Уже жутко хочу попробовать. Какая вкуснотища. Остановите меня, оставьте меня немного. Мне уже лучше. Спасибо, мисс. Пожалуйста. Не сдавайтесь, вы справитесь с всем этим. Плюс хвост. Есть еще чего-нибудь, что вы хотели бы съесть? Вообще-то да, но... Так, правильно, оно все... Не могу вспомнить название. Мы все мы разберемся. Ага, принесите Сьюзи что-нибудь неотразимое. Оно вред это мягкое и покрыто чем-то липким и тягучим. Так. Выпуклые очки. Попробую и подожду. Пицца. А у кого было задание на пиццу стоять? Ага. Стоять. Деревянный ключ. Ключ от запертой двери в убежище. Рецепт изящного целебного предмета. Рецепт обсидианового снаряжения. А я могу дать рецепты нашему приятелю? Или нет? Как раз давайте я с ним поболтаю в последний раз. Подожди, создать. Назад. Мясорубное. Ну это у нас уже все готово. Ага, ага. Ладно, в принципе, вы комары бесите. Приготовить, что поедим? Ну я думаю, короче, да, но один раз только увеличит нам и все. Ну, рис, походу, частый, да, ингредиент. Расскажи, что такое Liber Logation? Это книга. Я написал химик по имени Джонни Дин. Она написана на енохинском языке, говорят, это язык ангелов. С ее помощью можно призывать добрых духов. Но демоны совсем не добрые. Сила есть и сила. Если ты так можешь призывать добрых духов, то можешь лишь слегка изменить ритуал, призвать что-то совсем другое. Звучит логично, вы ученые и еще выдумщики. Так. Теперь...
Или давай... Не, давайте я все-таки, наверное, сохранюсь полноценно. Теперь что мы делаем? Мы с вами отправляемся в телепорт. Телепортируемся в то место, где-то было. И я все-таки попробую... Да, урон увеличился. Мне нужно оружие поменять точно. Нужно поменять оружие. Шипастый хлыст. Хлыст, усеянный шипами. Угу. Мясоруб. Кстати, у меня сейчас на секунду такая мысль в голове пришла, что у меня вот такое есть. А, это спиральный меч. Тогда ладно. Так, двойного прыжка у нас нету, поэтому полетели. Сейчас быстренько спустимся вниз. Я заберу, что там будет. Что там будет? А, сейчас у нас встретит рыцарь с псом. Я тебя понял, приятель. Что мне дали? Призыв призрака. Противоядие. Там проход есть, сто пудов. Так, смертельные сапоги. Знаете, на самом деле, я думал, меч получше будет. Все-таки ударный урон лучше. Ладно. Она и долго замахивается. Ну смотрите, она сверху вниз атакует. Она медленно атакует. Вот это чего я боялся. Короче, Моргенштерн пока что лучше. Трамбильон. Так, ружье с широким дулом прямо еще растут трубы. А вот это вот плохо. Это плохо, ладно. Сохранение. А там у нас что? Блин, мне нужно теперь куда-то. Почему оно так далеко? Что у нас внизу было? Попробуй вспомни. Т. Давай. Ермунд. Мы 3 удара нужно или 4, кажется. А, точно. Вспомнил. А, давайте я сохранюсь. А там потом продолжим. Можно будет еще спуститься вниз, через низ, помните, пойти там, где у нас было какое-то место. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И мы в следующей серии с вами отправимся вот сюда. Это там, где у нас был мост, а это под мостом. Поэтому всем пока.